Здравствуйте, дорогие друзья. Решил я на Ниве поменять сиденье. У меня были свои родные сиденья на Ниве здесь. Они испортились. Пробовал варить, ну, долго не оставались, отламывались. Опять родные сиденья испортились полностью. Искал иномарочные. Ну, решил поставить от Hyundai Sonata. Они очень широкие были, на 10 сантиметров. Из-за этого неудобно было их устанавливать. Потом нашел от 14-й сиденья. Вот взял, решил их установить. Ну, очень просто было их устанавливать. Я вам сейчас покажу, как, что я здесь изменил. Ну, постепенно, подробности все расскажу. Для начала мне пришлось вот здесь сделать. Решил здесь отсверлить. Раз, два и три, четыре. Вот здесь будут находиться у нас вот такие, ну, для закрепления сидений пластмассы. А здесь у 14-й. Другая система идет, не как у Нивы. Сейчас я вам покажу. Вот сюда я придумал вот такие две штуки. Вот здесь у нас болт находится, и здесь болт от Нивы. А здесь я вот приспособил вот такие штуки. Три дырки отсверлил. И здесь отсверлил. Вот. Пока получается толщина у него где-то 5 миллиметров. Пятерка металл. Вот это металл, и вот это сиденье снизу я покрасил. Особо ржавчин так не было, а пара этих штук, чтобы не ржавело в дальнейшем, я просто покрасил. Здесь вот эти дырки, видите, здесь тоже находится дырка, и здесь дырка, где болты будут находиться. И вот так я отсверлил, чтобы совпадали. Аккуратно, чтобы совпадали. Дальше, а этот, к тому самому, когда установлю, тоже все покажу. Дальше, какое изменение я еще сделал? Здесь от Нивы откидывается задняя часть сиденья, чтобы назад заходить. Я вот здесь находящийся чуть-чуть отпилил вот этой перегородки, ну, которые держались за это. Немножко отпилил болгаркой маленькой. И сейчас уже хорошо открывается и закрывается без проблем. А так, если их не отпилить, она откидывает вперед, невозможно его откидывать. Или тяжело. Дальше что? Дальше взял... Все здесь смазал. Здесь все смазал. Смазал. И здесь тоже все смазал. Ну, снизу тоже все смазал. Как положено. Еще одно изменение сделал. Вот на 14-м у них вот этот находится. Эта пластмасса должна здесь находиться. Ну, здесь я его тоже отпилил. Почему? Потому что он... Ну, это является частью того, чтобы поднять вот это... Вот этот. И передвигать сиденье. То вперед, то назад. А он является ограничителем. Ну, вот. Больше невозможно. Является ограничителем. Она упиралась и мешалась. Эта пластмасса. Я решил его тоже отпилить. Но вот это достаточно туда-сюда делать. Из-за этого вот такое изменение тоже сделал. Вроде все. Сейчас я попробую установить, как положено все. Постепенно буду показывать дальнейшее. Вот я их поставил с этой стороны сейчас. Поставим шайбы и болты. Так закрутим. А с этой стороны пока закручивать не будем. Это когда мы сиденье поставим сюда, после этого будем закручивать. Потому что этот болт, как его, так и сиденье тоже держит. Из-за этого его пока закручивать не нужно. Я сейчас этот болт тоже закреплю. Этот болт тоже закреплю сюда. С этой стороны находящийся тоже. Вот, это тоже поставил. Вот так они выглядят. Вот болты тоже закрутил. Сейчас принесу, поставлю сюда сиденье. Вот так выглядит у нас сиденье. Здесь будет у нас болт. Отсюда и этот сиденье закрепляет. Придерживает металл, который я придумал, придерживает вот сюда, в кузов. И там то же самое. Вот сиденье, через него проходит вот это. Мы подгоним этот металл. Вот. А передняя часть у нас будет вот так. А передняя часть вот так. Вот эти дырки тоже я покрасил. Сейчас только что. Там, чтобы не зажарели они. Здесь имеет вот эти вот металл вот так будет находиться. И сверху вот эта пластмасса. Вот так пластмасса будет находиться. Здесь.
будет поддерживать первый и второй пластмасс. Все закреплю. Покажу. Вот, установил уже оба сиденья. Работает отлично. Здесь пластмассы тоже закрутил, железяки тоже поставил. Только у меня небольшая ошибка вышла. Вот это расстояние между пластмассами надо было учитывать. Вот эти проволоки поставить приблизительно, как они идут. И сверлить надо было только по этому расстоянию, чтобы эти проволоки находились в этом положении. Потому что они здесь упираются, отсюда упираются вот здесь, вот сюда. А у меня, видите, как получилось? Мне пришлось их загнуть, из-за того, что я расстояние между ними оставил маленькое. Загнуть насильно и сюда зацепить. Чтобы этого не было, заранее учтите расстояние между ними, чтобы отсюда она шла и вот так сюда зацепилась. Ну вот сверлить хотя бы надо было примерно вот сюда, в этом положении, и здесь в этом положении. Ну, уже все. Дальше. Вот здесь то, что я вам показывал. Вот то, что здесь у меня, видите, вот ограничитель я отпилил. То, что я отпилил, это было для того, чтобы вот так откидывать сиденье. Вот. Раз. И пошел назад. Вот. Для этого я их отпилил. Вот. Так. То, что это я отпилил. Это все работает у нас. Туда-сюда спинка двигается, вперед-назад. Сиденье двигается. Все удачно получилось. Если вам какой-то пользу принесет это видео, поставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить наше видео.